Спартанцы создали новый клан, в котором сражаются только активные, адекватные взрослые люди. Если ты готов отдавать все силы на войну без проебов, умеешь бить титанов, тогда тебе сюда. Уровень от 50-го, команда обороны от 4-400, наличие 6 команд силой от 3-900 для войны. Титаны растут с каждым днем, альянс только создан. Теплый, дружный, отзывчивый коллектив и есть группа в WhatsApp. Центр синий. Приходи, не пожалеешь. В чем, собственно, это оставшиеся призывы, которые еще не были мной показаны на канале, потому что, ну, они со временем, так же, как и прошлый видос, мне были кем-то подарены, скажем так. Вот, некоторым людям хочу сказать большое спасибо за то, что отправляли мне донаты через всякие различные ресурсы, включая тот самый, как его называется, короче, PayPal. О, вспомнил, там какой-то человек прям отправлял, и прям был вообще в шоке. В общем, хочу показать оставшиеся призывы, и сегодня еще осталось, естественно, сделать призывы на маскараде. Ну и так, первые призывы, которые были мною сделаны, это было почти уже полмесяца назад. Как видите, X10 3000 кристаллов на четвертом сезоне на призыве это было. Грэмпс упал. Там сначала три призыва за монетки, и потом уже X10 пойдет. Вот, еще один Грэмпс. Грэмпсов у меня в этот раз было просто тьма тьмущая, то есть можно ими было реально солить. Ну и X10. А, я сначала за кристаллы еще один возьму, точно, вспомнил. Теперь я вспомнил, как это было. Лиси упала за кристаллы, ну а дальше уже будет X10. Итак, давайте посмотрим, что мне упало. Ну, Элло, Малыш Джон, Грэмпс очередной, еще один Грэмпс, Киприот, Поппи, Как-то так. Вот такой призыв оказался первый. Вот. И дальше еще один призыв, который я делал уже 18 июля. Это было также на четвертом сезоне, когда у нас была рекомендуемая ауда. Еще один X10. Ну и там еще монеток было на, собственно, X10. Ну и, собственно, в этом видео суммарно еще X30 было. Нет, X35 получается. Или X34, не знаю. В общем, как-то так. И это без малого уже примерно около 100 призывов было сделано в этом месяце, чтобы поймать Деуану. Вот, как видите, пока что за монетки падает говно. Да я вообще уже сколько раз убеждаюсь, что за монетки и всякие X1, которые тянутся, это либо надо быть очень каким-то везучим лакером, ну, потому что мне в большинстве случаев просто тупо не падает вообще ничего. Ну, а этот месяц прям ярко показал, что не падает вообще абсолютно нихуя. Ну, пока что вот можно просто с болью в глазах и руках смотреть на то, что падает. Но ждем X10. X10 мы ждем. Ну. Моррис. Кстати, вот этого Морриса у меня не было, насколько я помню. Я его поставил в замочек. Не знаю, правда, зачем, но поставил, пусть будет. А, вот, еще один Грэмпс, точно. Куда же без него-то? У меня там, по-моему, суммарно после призывов было около 10 Грэмпсов. Такой, смотрю, типа, прикольно. Еще один Валерморг. Ну, и, собственно, пошли X10. Последний X10 на четвертом сезоне, который я делал. Даже комментировать не хочется. Ну, Грэмпса можно комментнуть, конечно. Грэмпс упал, да, снова. Да. Да. В общем, какой-то такой оказался призыв еще и такой. Ну и сейчас мы с вами отправляемся уже в саму игру, где я закрыл квест Маскарада. И сейчас будем делать 3 призыва за костюмы. Что нам там упадет?
Ну, я-то знаю, что он упадет. Давайте смотреть. Первая будет, очевидно, тройка. Какая тройка, неизвестно. Регард упал. Етиже, пассатиже. Это, конечно, да. Ладно, дальше ключик тянем, потянем. Вытянуть не можем ни дивана, ничего. Кайлани. Очень полезный герой. И последний призыв за ключи. Что у нас падает? Кирилл. Нет, герои упали хорошие, я не спорю. Но как бы диван и не пахнет, как в принципе другими пятерками за все эти 100 призывов в этом месяце. Поэтому хочу сказать всем, кто пытался помочь мне вытащить дивану, большое спасибо. Но, как видите, не судьба. Игра меня опрокинула, говоря, что типа намекая, давай-ка ты не x100 донь спустя там почти год перерыва, а давай там x200, x300, x400. Ну, чтобы тот самый карму себе вернуть, почистить, так скажем. В общем, на этом хочу попрощаться. Спасибо за внимание. Если согласен, ставь лайк, пиши комментарий, подписывайся. И увидимся в следующих видео. Дальше интереснее. Всем пока.